Сегодня обзор будет в виде интервью. Если вы надумали подарить девушке наушники, но не знаете, на что при этом обратить внимание. Чтобы презент ей наверняка понравился, нужно знать некоторые нюансы. Для этого мы сегодня пригласили в гости Дашу и Мирославу. Своими ответами они расскажут и покажут самые важные моменты. Зная их, вы никогда не промахнетесь. Проверим. Я набросал некоторые зарисовки в телефон, так что буду подсматривать. Начнем с вот такой. На что ты в первую очередь обращаешь внимание, покупая себе новые наушники? На качество звука. Наверное, первый критерий в выборе наушников – это качество звука. Так как для чего еще нужны наушники, кроме как слушать отличную музыку в отличном качестве? Импортология, нет? Убедила. А что Даша нам скажет по этому поводу? Я тоже обращаю внимание на качество звука и то, насколько мне комфортно с этими наушниками будет. Ну и, конечно же, на стиль. Насколько тебе комфортно с этими наушниками? Очень комфортно. У нас на столе сегодня практически все типы наушников. Какие тебе нравятся больше всего и почему? Больше всего мне нравятся наушники-вкладыши, так как с ними очень удобно. Не знаю, вот ничего не мешает, не давит. Мирослава выбрала вкладыши. Какие наушники у нас выберет Даша? Ну, я думаю, это зависит от того, для чего я их покупаю в первую очередь. И в основном это для телефона. Поэтому также мой выбор – это наушники-вкладыши. Хотя эти наушники мне тоже очень понравились. Отличный звук. Но наушники-вкладыши, они маленькие, оптимальный вариант для меня. Победили вкладыши. Следующий вопрос такого характера. Что для тебя важнее, дизайн наушников или хорошее звучание? Ну вот, например, перед тобой наушники, инкрустированные камушками, и обычные серенькие неприметные наушники, но они звучат лучше. Какие бы ты выбрал? Ну, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что вот важны оба фактора, я думаю. Я за звук без компромиссов, так сказать. За звук хороший, с красивыми камушками. Да. Потому ну вот примерно, да. Как вот эти наушники. Красные с позолотой и звучат неплохо. Угадал? Отлично, да. Что скажет Мирослава? Ну, на мой взгляд, наушники должны быть неприметные. Потому что, не знаю, не люблю яркие, кричащие, какие-то большие. Вот, либо белые, либо черные. Подойдут ко всему гардеробу и будет отлично смотреться. Я еще не встречал наушники, которые бы не ломались. Например, у меня в наушниках самое слабое место – это где кабель выходит из джека. Что ты скажешь по этому поводу? Вот, допустим, как часто у тебя ломаются наушники и самое слабое место? Ну, наушники для меня – это неотъемлемая часть, так как я слушаю музыку везде, всегда. Вот, и поэтому ломаются достаточно часто. То есть их надо постоянно менять. И ломаются как раз так, как у тебя. На выходе из джека? Да. А достаточно часто? Это как? Ну, приблизительно месяца три хватает, если собака не съест их. У тебя собака ест наушники? Вкусные? И она какие любит? Белые, черные? Белые. Белые? Я думаю, Даша тоже ломается. Даша тоже ломается. Я думаю, в жизни Даши наушники тоже ломались. Правильно? Я думаю, в жизни Даши тоже бывали такие курьезные случаи, чтобы ломались наушники. Конечно, несколько раз было, но они не в конкретном месте ломались, просто перестают работать. Вот и все. Но иногда и до года доходило, протягивали. Рекордсмен. Дальше у меня по списку такой вопрос. Согласна ли ты, что наушники играют роль украшения, таких как серьги или браслет, например? Ну, я не согласна с этим, потому что наушники для того, чтобы слушать музыку, зачем применять как аксессуар какой-то, как очки там, либо... Считаю, что они должны быть только для этого и использованы по предназначению. А ты, Даша, как считаешь, могут быть наушники важным аксессуаром гардероба? Ну, лично для меня это своеобразный аксессуар, потому что с помощью них можно выделиться из толпы, и сейчас очень большой выбор. Креативный, можно как-то. Конечно, у нас тут целая куча просто наушников. Ну вот ты вот из нашей толпы выделяешься однозначно. Красный с золотом. Да, поэтому хороший вкус. Аксессуары.
спасибо. Даша у нас считает, что наушники – это неотъемлемая часть гардероба. Следовательно, под разный тип одежды у тебя должны быть разные наушники. Правильно я понимаю? Да, я слушаю музыку постоянно и считаю, что наушники должны подходить по стилю к моей одежде, поэтому их должно быть несколько. Двое-трое. Ну да, на данный момент у меня 3 пары наушников, но хотелось бы, конечно, иметь больше. У нас много общего с тобой. Отлично. Девушки подробно ответили на все интересующие нас вопросы. Лично я услышал много нового. Если у вас остались нераскрытые вопросы, смело пишите их под этим видео в комментариях. Девочки с удовольствием вам ответят во всех подробностях. Тем не менее, подписывайся на канал, ставь лайк. С вами был тот самый магазин FUA. Всем мир. У тебя сколько наушников? Как это сказать? 3? Трое. Трое. Блин, пожалуйста, не надо. Трое наушников.